Девчонки, хочу сообщить хорошую новость. Все уже знают, наверное, что в Ташкенте открыли магазин «Магнит Косметик». Это российская косметика, короче, по доступным ценам. И вот сегодня мы туда съездили впервые. Сейчас на мне помада, которую я купила. Но давайте посмотрим, как это было. Мне все понравилось. Не скажу, что в этом магазине выбор огромный был. Есть другие магазины, где выбор больше. Вот супер, смотри. 100 300. Красота. Да, там. Клёво, принцесса. Давайте я покажу, что я купила. Я купила вот такую тушь Lash Sensational, веерный объем от Maybelline. Она в Magnit Cosmetics стоит 68 тысяч, $6. Это проверенная тушь, она классная, реально классная. Купила вот такие тени, палетку Beauty Bomb с блестяшками. Это у меня дочка заказала. Такая палетка стоит $7. Нет, не 7, $8. 8. Суперская. Мне так нравится. Там были разные цвета. И купила вот такую офигенную помаду. Тоже Beauty Bomb. Короче, все Beauty Bomb. А, нет, это Stellary, это не Beauty Bomb. Она стоит $5. Цвет вот такой, но он еще с блеском. У меня вон вся рука блестит, я тестировала все. Выбирала полчаса помаду и выбрала офигенный цвет. Мне дали вот такую карту, накопительная, как она. В общем, на день рождения, если приходишь, покупаешь, тебе 10% скидка на весь товар. Вот так вот. Надо оформить дома и теперь покупать там косметику. Находится на кинотеатр «Фируза». Северо-восток получается, да? Северо-восток, косметика. Больше всего в магазине «Магнит Косметик» мне понравилось то, что там тестеры есть. Ты можешь взять, накрасить тени, подобрать себе нужный тебе оттенок. У нас в ташкентских магазинах такого нету. И тут на тебе, пожалуйста, тестируй, что... Вот такой кусок.
молоком. Очень вкусно. Заебала.